Chapter 5, which is a continuation of the same sermon. Теперь мы переходим к пятой главе, которая представляет собой продолжение того же самого послания. And you're going to think I'm trying to confuse you. И, наверное, вы сейчас подумаете, что я пытаюсь запутать вас. But let's listen to verse 1. Ну, давайте все-таки прочтем первый стих. Теперь ополчись черь полчищ. Обложили нас осадой, тростью будут бить полоните судью Израилева. I believe that this is a reference to the future, but not to Jesus. Мне представляется, что это указание на будущее, но не на Иисуса Христа. This is likely a reference to the treatment of Zedekiah by the Babylonians. Скорее всего, здесь речь идет о том, как будут относиться к Сидекии вавилоняне, какое насилие, как бы они будут применять по отношению к нему. Zedekiah was the king of Judah when the Babylonians overthrew Judah. Сидекия был царем Иуды, когда вавилоняне напали на Иуду. And it is recorded that he was treated very shamefully. Записано, имеются вот исторические свидетельства о том, что он подвергался всякого рода насилию. To be struck on the cheek with a rod is a great insult. Удары тростью по ланите это считалось таким очень серьезным оскорблением, сильным оскорблением и унижением. His sons were killed while he was watching. На его глазах были преданы смерти его сыновья. Which meant for him that was the end of his royal line. Что для него, как для царя в данном случае, означало, что это было конец его рода. And then right after he saw his sons put to death. А после того, как он увидел, как погибли его сыновья. His eyes were gouged out. Ему выкололи глаза. So that was the last thing he ever saw. Другими словами, гибель своих сыновей было последнее, что он видел в своей жизни. That I think is a reference in verse 1 to the way the king of Israel was treated by the Babylonians. И поэтому мне кажется, что в пятом стихе king of Israel or king of Judah. King of Judah, sorry. Мне кажется, что как раз здесь речь идет о том унижении, оскорблении и о том насилии, которое было проявлено по отношению к царю Иуды. And then verse 2. А во втором стихе Michael looks farther into the future. Уже речь идет о более отдаленном будущем. And foresees the birth of Jesus. И предвидит рождение Иисуса Христа. Okay, go ahead. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала одни вечных. All right. That Jesus would be born in Bethlehem was a very surprising thing. То, что Иисусу надлежало родиться в Вифлееме, было довольно удивительно. We have records of censuses that were taken in ancient times. В древности делали переписи, свидетельства о которых сохранились. And the city of Bethlehem is often not even listed. Вифлеем иногда даже не входит в перечень городов. We know that it was a city, but it was so insignificant. Мы знаем, что Вифлеем был городом, но он был настолько незначителен. That it wasn't often mentioned. Что о нем даже иногда и не упоминали. But there's significance even to the name. Но есть значение даже в самом имени, в самом названии Вифлеем. Bethlehem means the house of bread. Вифлеем означает дом хлеба. Ephrata means fruitfulness. Ефрафа означает изобилие, and so, плодовитость. Here Jesus, the bread of heaven, и вот Иисус, хлеб небес, is born in this particular city. Рождается вот в этом конкретном городе. And the fact that the king would be born in Bethlehem. И то обстоятельство, что царю надлежало родиться в Вифлееме, shows that by the time Messiah is born, показывает, что ко времени рождения Мессии, the house of David has fallen on very hard times. Дом Давидов is fallen on very hard times. Не процветает. It's no longer a royal family. Да. And in fact, that is obviously the case.
И как мы знаем, так оно и есть. By the time of Jesus, there hadn't been a king on the throne of Israel for 400 years. Ко времени рождения Иисуса Христа на престоле у Израиля не было царя уже на протяжении почти 400 лет. And the words used to describe the birth of Jesus, the nature of Jesus. И слова, с помощью которых описано рождение Иисуса Христа, его природа. Would be the best way for a Hebrew author to describe eternal existence. Наилучшие слова, с помощью которых можно описать вечное существование. That he actually was from eternity past. Он происходит из начала, от дней вечных. All right, so that takes us through a couple of verses of Micah chapter 5. Uh-huh. And we have the birth of Jesus. And then... Итак, мы с вами начали изучать пятую главу, дальше дошли до рождения Иисуса. We have a prediction that Israel, Judah will return to the Lord, but дальше... only after this child has been born. Дается предсказание о том, что Израиль и Иуда обратятся к Господу, вернутся к Господу после того, как родится Мессия. Verses 3 and 4. А посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. Okay, in the verses that follow that, в последующих стихах, we are continuing to just move farther and farther into the far distant future. Мы продолжаем отдаляться в перспективе будущего. And we see that this one, this Jesus, will be the peace of the nation of Israel, Judah, the whole people of God. Мы увидим, что этот самый Мессия, Иисус Христос, будет миром для Израиля, для Иуды и для других народов. И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей, и они будут пасти землю Ассура мечом и землю Нимврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в нашу землю и когда вступит в пределы наши. Now we're stuck trying to figure out if he is talking about Assyria that is poised on the northern border of Israel, or if he is talking about still the far distant future. Вот сейчас мы с вами опять задаемся вопросом, о чем сейчас говорит пророк? Об Ассирии, которая находится на севере Иуды, или же об самом отдаленном будущем? I personally come down on the side of saying that he is still looking at the far distant future in verses 5 and 6. Вот в пятом и шестом стихах, с моей точки зрения, все-таки речь идет об отдаленном будущем. And I think that the reference to Assyria there is symbolic of all the enemies of God. И мне кажется, что Ассирия здесь является, Ассур в данном случае, является символом всех of all the enemies of God. Врагов Божиих. And the reason I think that is because he mentions Nimrod in verse 6. Почему я так думаю? Я так думаю, потому что в шестом стихе также упоминается Нимрод. Now we haven't seen Nimrod since Genesis chapter 10. Он упоминается только еще в Бытие в 10 главе. But Nimrod was the last time Assyria and Babylon were united. In Nimrod, Babylon and Assyria came together. Ассирия и Вавилон объединились. And so I believe what the prophet is saying. И мне кажется, что через это пророк хочет сказать. It is in the far distant future. Что в будущем. The people of God, Israel, will have victory over all the enemies, symbolized by Nimrod. Народ Божий одержит победу над всеми врагами, которые в данном случае символизируются словом Нимрод. You can see this is very much like trying to put together a very complicated puzzle. Знаете, мне кажется, что интерпретация, толкование, понимание этих стихов сейчас подобно собиранию очень сложной мозаики. I wish Micah had just written out a chart. Хорошо бы, если Михей какую-то схему нам здесь привел. But remember, from his perspective, he's looking into the future. Но опять-таки помните, пророк возвещает о будущем. And he sees future events that are not all lined out chronologically as we see them. А будущее для него — это события, которые произойдут в отдаленном будущем, ближайшем будущем, и он то об одном, то о другом говорит. Никакой такой явной хронологической последовательности здесь не прослеживается. But still looking at the far distant future in verses 7 through 9. Но опять-таки
взирая в отдаленное будущее в стихах 7 по 9. We see the influence and the effect of God's people during the time of the millennial kingdom. Мы видим влияние Божьего народа во время тысячелетнего царства. И будет остаток Акова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых, и будет остаток Акова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимается рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. Now the two images that we all need to see from this one passage. Здесь важно увидеть два образа. Is first of all the image of the dew or the night mist. Первый — этот образ росы. It's very important for agriculture in the ancient world. Для древнего мира, в котором было развито сельское хозяйство, этот образ был весьма актуален. Because in Israel it often didn't rain throughout the summer months. В Израиле летом очень часто была засуха, не было дождей. Israel is going to be like those morning mists. А Израиль будет для как роса. The influence of Israel will be life-giving on the people of the nations. То есть каким будет влияние Израиля на народы? Они будут как life-giving, как нечто, что дает жизнь, да? То есть вода. But if there are enemies, if there are rebellious people in the time of the millennium. Но если будут враждебные народы в тысячелетнем царстве, тогда для них Израиль будет как лев, и лев, который будет уничтожать и попирать. То есть, с одной стороны, жизнь дающая функция, а с другой стороны, уничтожающая функция. Этот раздел заканчивается стихами с 10 по 15. Where God says that He will knock out all the props that the people of God have been relying on instead of Him. What are props? В которых Господь говорит, что Он истребит всех истуканов, на которых полагался народ Божий. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей, разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из руки твоей, гадающих по облакам не будет у тебя, истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих, искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, совершу в гневе, в негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. Now, you were listening carefully to the Word of God just then. Вот сейчас вы внимательно слушали слова Божии. The things that God will take away from the Jews. То, что Бог удалит от иудеев. What are those things He will take away? Давайте мы это перечислим еще раз. Обратите внимание, что Он истребит, исторгнет и так далее. Чародеяния. All the sorcerers and yes, and the witchcraft and the idols, the groves. Yes, everything and that is connected with idolatry. Okay, the groves, idolatrous for worship. Yes. Okay. Языческие практики поклонения, все, что с ними связано. Ну да, вот это. Okay. That's what he said. Okay. What else? А что еще? Города и укрепления. The fortresses and the towns, the cities. Very good. Очень хорошо. Yes, fortifications, especially the battlements. Okay. What else? Еще что? Непослушные народы. And the disobedient peoples. Nations who disobey me. Yes, okay, there's that. And the chariots and the horses. Yes, okay. Okay, so you've come up with a complete list. То есть, смотрите, вы сейчас перечислили все, что здесь сказано. These are things that Israel had depended on instead of God. Это то, на что уповал Израиль, вместо того, чтобы уповать на Бога. And in the last days, all of these things will be gone. И смотрите, в последние дни все это будет исторгнуто и истреблено. They will walk with God and will trust nobody but Him. Народ Божий будет ходить с Богом и уповать только на Него. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
Now, here's an application question. А вот теперь вопрос по применению. It's also a question for how we might communicate this passage to 2008 Kursk or America. Этот вопрос имеет отношение к тому, как мы можем передать истину, заключенную в этих стихах, современным людям, живущим в 2008 году. Are there things that we, the people of God, depend on today instead of the Lord? Вот скажите, на что сегодня современные люди склонны уповать, вместо того, чтобы уповать на Бога? And if so, what might those things be that the Lord might remove from us so that we would depend on Him completely? Имеются ли сейчас такие вещи, на которые мы склонны уповать больше, чем на Бога? И если да, то как вы думаете, что в отдаленном будущем Бог истребит и уничтожит из того, на что мы с вами склонны уповать? Наши современники. Ну, на материализм как-то. Материализм. На свою репутацию. Reputation. Yes. На себя вообще. On ourselves. На свою generally силу, speaking. Okay. Your strength, your health, yes. Your talents. I was reading recently Philippians 4:13. Я недавно перечитывал стих Филиппийцам 3:14. Which we all know says I can do all things through Christ. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Yeah, but we Christians often forget the whole verse. Но мы христиане порой забываем весь стих. Just say I can do all things. И оставляем только первую часть. Все могу. Period. Точка. Yeah, forget the Lord. И забываем, в ком мы это все можем. Okay, so those are some things that we might depend on today, not horses and chariots. Конечно, сегодня, возможно, мы с вами уповаем не на колесницы, а на коней. So if you were preparing a message on this passage, how would you apply this to your audience? Но все-таки есть то, на что мы сегодня с вами уповаем. Если бы вам пришлось готовить урок или проповедь по этим стихам, что бы вы сказали? Как бы вы применили это к целевой аудитории? Ну, тут нужно подумать, чтобы просто наши слова не были клише. So how can you think of a way that you could say that in such a way that it's not just a cliche? А можно ли продумать так, чтобы сказать это, чтобы это не звучало как клише? Ну, конечно, но на это время нужно. Take time to think, but thank you. Надо еще объяснять как-то и решить для себя вообще, что такое упование на Бога. Вы потому еще, что для кого-то это молитва, для кого-то это вот посты, для кого-то это чтение библейское, для кого-то это дела какие-то. Тут еще надо. Yeah, before talking about relying on something else but God, we should define the term reliance on God. What it means to rely on the Lord. For someone, it's reading the Bible. For someone, it's the prayer. For someone, it's the fast. Or what does that mean to rely on the Lord? Okay. Просто. Хорошая мысль. Хорошее замечание. Когда здесь говорится, said, истреблю коней твоих и среди твоей уничтожу колесницы твои. На это как бы, ну, на силу свою вот уповали, да? Народ. Yes. Но в то же время, когда они вели какие-то войны, они использовали те же колесницы, использовали коней, то есть оружие. Вот тут нужно какое-то, ну, разграничение and какое-то провести. Should, think, как dividing уповать line. На себя, Between just using something or relying on it. Excellent point. Очень хорошая мысль, да. In our world today, it doesn't make sense for a nation not to have a military. В нашем современном мире вряд ли было бы разумно вообще не иметь ничего, никакого вооружения в стране, да? But for Christians in Russia or in America, our trust is not in our military. Но христиане в России, в Америке уповают не на это вооружение какое-то, а на Господа Бога, правильно? Because we are not primarily citizens of Russia or America, we are citizens of heaven. Потому что в первую очередь мы с вами не жители России и Америки, не граждане России и Америки, а небожители, да? Now, this is so critical because one second. This is so critical because the minor prophets are so often ignored.
И это крайне важно, потому что малым пророкам очень часто не уделяют должного внимания. And they are ignored because someone reads a passage like this. И не уделяют внимания зачастую потому, что когда мы читаем подобные стихи, такие вот отрывки. We don't have any sorcerers or fortune tellers or carved images. Ну а чего? У нас тут никаких чародеяний нет, истуканов, кумиров, там еще чего-то. So this is irrelevant to me. А значит, для меня вот это все не актуально. But you and I have to bridge the gap. Но мы с вами должны попытаться перекинуть мостик. Between 700 BC and AD 2008. От 700 какого-то года до нашей эры к 2008 году. The specifics are different. Конечно, подробности, конкретика здесь будет разной. But we, God's people, still are tempted to trust things other than Him. И все же мы, народ Божий, до сих пор испытываем искушение уповать на что-то, кроме Бога. And that's where the hard work of making application comes in. А именно поэтому здесь нужно постараться, чтобы хорошо продумать применение. Yeah, you've come up with some wonderful illustrations. И вы привели здесь отличные замечания. Materialism and и материализм, trusting ourselves. И упование на себя и так далее. And I think any of you could take this passage. И мне кажется, любой из вас может взять эти стихи. And make the cultural adaptations and preach it powerfully. Or teach a Bible lesson today to Russia. Продумать, как адаптировать их с культурной точки зрения к своему народу, к целевой аудитории, и, в принципе, составить или очень такой впечатляющий урок, или впечатляющую проповедь на эту тему. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.